сегодня ваш праздник, дорогие женщины. И нам хотелось бы побыть с вами вместе в этот радостный день. А я не понимаю, что нам мешает. Вот видите, вы уже нас не понимаете. Да нет, это вы, мужчины, так часто не понимаете нас, женщин, что мы просто как два берега у одной реки. То берег левый нужен ей, то берег правый. Влюбленных много, а я один у переправы. А вы все шутите. Что вы задумались? Я думаю, что нужно сделать, чтобы соединить эти два берега. Давайте вместе подумаем. Мост. Надо строить мост, чтобы соединить эти два берега. Нет, только тогда не просто мост, а телемост. Телемост? Ну, сейчас, когда самая модная форма передачи – это телемост. А, тогда давайте организуем праздничный телемост между мужчинами и женщинами. Только с моей стороны будут представительницы прекрасной половины человечества. А с моей стороны представители сильной половины того же человечества.